Мы смотрим фильм «Тихая...» «Тихая штука», короче. «Тихий прикол». Вот. Это раз. Во-вторых, в розыгрыше могут участвовать только сабскрайберы. Этот розыгрыш я анонсировал еще неделю назад. Так вот. Начнем разыгрывать с кодов. То есть самое интересное будет в конце. И у вас будет время сабнуться, пока мы разыгрываем коды. Кодов будет 15 штук. Вот. Так, мне нужно куда-то писать. Я Натали буду писать, наверное, сейчас. Никнеймы победителей. О, спасибо. Сейчас Дед Мороз принесет подарочки. Так. А где я делал коды? В общем. Сейчас. Блин, а куда я делал коды? Есть проблема, пацаны. Я не помню, куда я делал коды. Ща. Есть проблема. Куда я их в натуре дел? А, во. Итак, с самого начала мы разыграем вот такие карточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 таких карточек я разыграю среди зрителей. Так, это... 13 кодов на торговую лавку уникальную, которая будет не у многих, там до 500 человек будет всего на классике. Это будут 13 места все. Четвертое место будет у нас вот такой пакет. Пакет вот такой будет. Две вот такие наклеечки. Сейчас, секундочку. Стикеры. Двух этих самых. Две одинаковые, чтобы вы могли там на компьютер, на ноутбук наклеить. Видосик этих наклеечек. Это уникальный мерч с L2 Fiesta. Наклеечки вы сможете наклеить на этот. На холодильник, еще куда-то. Это четвертое место. Также за четвертое место вы получите код. И за четвертое место вы получите вот такой деревянный значок, который сможете подцепить себе на грудь. Значок Антараса. Вот. Это все с Lineage 2 Fiesta. Сейчас. Теперь переходим к третьим местам. Хоба. За третье место вы получите третье место. Вот такой пакет. Уже получше. Уже получше пакет, на котором написаны всякие приколы. Проснуться и пойти заточить меч на плюс 15. Сломать меч на плюс 16. Ну и т.д. Вы поняли. Пляжная сумочка. В этой пляжной сумочке вы обнаружите тоже значок Антараса. Еще в этой сумочке вы обнаружите, само собой, код. И также стикеры в виде двух штук. И самый главный приз третьего места — это игра Lineage 2. Игра Lineage 2. Я по почте буду всем высылать. Игра Lineage 2. Настоящая, уникальная. 500 видов этой игры всего лишь. И я три игры разыграю. Так, это третье место. Сейчас, секундочку. Хоба. Хоба. Это третье место. Так, второе место. За второе место вы получаете такую же корзину. Такой же пакет, в котором вы обнаружите также стикеры, значок Антараса, игру и что еще?
Бля, где? А, за второе место вроде то же самое. Но, по-моему, календарик был. Или нет? А, нет, второе место то же самое, что третье. Чтобы не было обидно. И самое главное, первое место — автомобиль! BMW X6. А также... сумочка. Сумочка, в которой вы обнаружите то же самое, что во второй и третьей. И самое главное, вы получите футболку. Футболочку. Футболочка с Закином. Lineage 2. Уникальная. Вы получите линейку 10-сантиметровую. Вам хватит. Линейка делает вот так. Линейка, наручник. Самый главный приз, я считаю. Вы получите линейку 10-сантиметровую. Больше вам не надо, поверьте. Я по себе мерил. Так. Также вы получите, ну, все то же самое, что во втором. Код. Вот ту фигню. И календарь. Календарь вот такой. На котором на каждой картиночке что-то нарисовано. Ну вот, к примеру. От работы дохнут кони. Ну а я бессмертный пони. Ну и тут много всяких картиночек. Видосик прошлый посмотрите, поймете все. Это календарик офисный. То есть за первое место вы получаете календарик офисный, футболку Lineage, два вида стикеров, код, значок Антараса, игру, линейку 10-сантиметровую и сумочку. Ну и футболку, еще раз. Футболку я показывал, смотрите в прошлых видосах. Распечатывать не буду. Ну что, приступим? Кто не успел, тот опоздал. Это уникальный мерч. Единственный в своем роде. Так, это уникальный мерч, единственный в своем роде. На данный момент 222 подписки. Получается, что нам не хватает еще 28 подписчиков, чтобы смотреть сегодня «Тихая хрень» фильм. Вот. Переходим к розыгрышу. Итак, я включу экран, чтобы вам было видно. Так, экран я, наверное, вытяну над вебкой, чтобы было виднее. Так, сабскрайбер, кез... А, вам надо писать вот это, пацаны. Вам надо писать в чат вот это. Пишите вот это вот. Ой, бляха. Не то. Блядь, если вы сделали случайно... А, ёпсель-мопсель, придется обновлять. Ну, ща я обновлю, ничего страшного. Ща. Так. Так. Аданин сабскрайбер, нормально. Пишем сердечки заново. Пишем сердечки, пацаны. Для участия нужно послать сердечко. Вы должны быть сабскрайбером, чтобы послать сердечко. Все пишем сердечко. Сердечко в чат. Unity. Единство орков. Только сегодня, только для вас. Розыгрыш уникальных подарков с Lineage 2 Феста. О, нормально я, да, говорю? Понеслись сердечки. Понеслись. Ох, сколько сабскрайберов. А чё, сабмод поставили, да, в чате? Судя по чату, одни сабскрайберы в чате. Сабмод, да, поставили? Да не, сабмод можете не ставить, ребят. Вдруг кто-то будет клянчить. Как тут отключить сабмод? Отключите сабмод, модерация, пожалуйста. Я хочу писать, я хочу видеть, что пишут обычные эти, селяны. Они же не орки, они селяны. Отключите сабмод, пожалуйста, уважаемая администрация канала. Хус, Хьюз. Модерация, отключите сабмод, бегом, для ансабов, пусть пишут хоть что-то, пусть пишут. Пусть клянчут, Вовчик, отключите, отключите, я хочу видеть ансабов. Ну, давайте, я хочу видеть их расстроенные лица. Ну включите, то есть отключите сабмод. Блять, Хьюз! Отключи сабмод. О, нормально, понеслась.
Свободу людям! Вы не орки, вы люди. Вова, теперь чат нормально летает. Вот это нормально. Пишем сердечко, пишем сердечко. Сейчас будет... Ой, кейворд. Я же не нажал, блядь. Вот я дебил. Вот так вот. Субскрубер лак. Регуляр лак. Хер знает, что это значит. Экстра лак. Хер знает. Так, этим всем, естественно, надо добавить. Пока 72 сабскрайбера участвуют. Пишем заново сердечко. Все пишем сердечко. Пишем, пишем, пишем сердечко. Сердечко в чат. Единство орков. Вперед, вперед. Натали, ты тут? Натали, напиши, что ты тут, что ты участвуешь. Натали. Что по лаку, экстра лак? Да, спин. Боже, чат так быстро движется, что спин не успевает ко мне обратиться. Итак, первый код. Готовы разыгрывать? Готовы разыгрывать код? О, кошара, видишь, на тебе марки не было. Видишь? А, тут не видно. Но я добавил тебе марочку. Так, проверяем, проверяем. Ищите свой этот. Ищите свой никнейм, пацаны. Ищите свой никнейм. Вдруг вас тут нету. Проверяйте свой никнейм. Все никнеймы есть? Чтоб я не проверял. Кого нету, говорите. Нужно быть сабскрайбером. Семьдесят пять сабскрайберов участвуют. Проверяйте. Все есть? Еще раз листаю. Вован, ты не сабскрайбер. Нужно быть сабскрайбером. Тебя нету? Хиларис? Сейчас найдем. Хиларис. Есть Хиларис. Кто сомневается, что он тут есть? Бегом пишите, у вас минута. У вас минута. Дионис? Так, а Дионис у нас не сабскрайбер, да? Дионис. Нет, ты не сабскрайбер, братишка. Опа, Вован! Вован становится... Ух, ёпты! Мех, ты что наделал? Ебать, вы что наделали? Вы сломали видео, блядь! Вы все сломали, ёп! Вы все сломали! А сколько мех подарил? Ё-моё! Гашах дарит 20 подписок уровня 1. Спасибо, мех! Спасибо! Вообще не ожидал! Вообще не ожидал, мех! Вообще не ожидал! Спасибо, мех! Спасибо тебе! Спасибо, спасибо, мех, большое! Спасибо от души, братан! Так, мех подарил 20 сабскрайберов! Рандомно, естественно, это рандом. Так, и сколько у нас теперь? Сейчас, секундочку, проверю. Спасибо, мех! 243 сабскрайбера, я вижу. Или, может, они зачисляются еще? Сейчас, посмотрим. Так, где она там? Текст. 243. 7 сабскрайберов еще. 243. 7 сабскрайберов не хватает, пацаны. 7 сабскрайберов. Блядь, где оно? Ну сейчас, пусть они начнут участвовать. Уважаемые люди, вам дарят подписку. Я не успеваю смотреть, кому дарят. Следите за чатом. Ситх, ты сабскрайбер, Ситх. Ты сабскрайбер, Ситх. Боже, я не успеваю, пацаны. Кошара дарит дарку. Ребята, внимание, вам тут надарили подписки. Альтабайтесь и проверяйте, подарили вам или нет. Хеларон, Астрайт, Дарк 1337. Стан 20-100. Я встану, спин, все нормально. Я встану, не ссы.
Я встану, мы еще фильм будем смотреть, чувствую. И ты с нами, все нормально. Джоли Роджер, Don't Say Don't. Pfizer. Миафина! Миафина становится сабскрайбером. Боже, я не успеваю это все смотреть, господи. Ох, ё-моё, как же летит чат, господи, вот это круто. Кавай Мэн, Улизы Мафия ДК 227, Блэк Энджел Членск, Бас, Фа 86, господи, как это все просмотреть? Да, сабскрайбера, вот была бы нагрузка сабскрайбером, было бы норм. Они ж все за доллары. Это меха, походу, да, летят еще? Take me cups, ты тоже становишься. Фу, жесть, а долго оно будет? Астрай, ты становишься сабскрайбером. Аймедиат дарит подписку, блин, не успел, ё-моё. 250 уже больше? Сейчас проверим, секундочку. 256 сабскрайберов! Я вас поздравляю, господа! Сегодня мы будем смотреть фильм «Тихое место» и проспим нахуй прайм! Ха. Вот это нормально! Это значит кино! Будем смотреть кино! Вот это нормально! Готриста! Готриста, отсоси у тракториста! Saludos desde Argentina, muy bueno. Hello, brother. Hello. How are you? I'm fine, thank you. Так. Боже, оно закончится. Epic Lover, спасибо за subscribe. Я не успеваю смотреть. А где можно посмотреть, кто сабнулся? Регулярс. Может, регулярс? Сейчас я найду, чтобы зачитать, кто стал сабскрайбером. Это просто жесть. Так, дашбордс. Это не то. О, через Streamlabs, да, вроде бы можно посмотреть. Streamlabs. Ща. Мех, это ты столько накидал сабскрайбов? Реально? Ложу руку на сердце. Мех, красавчик. От души. Паша ВВП, Мех, вы просто лучшие, молодцы. Благодаря этим людям вы сегодня будете смотреть кино. Если 302 фильма? Ты же угонишь, да ну. Не, это жестко. Так, сейчас я посмотрю, кого насабали. Господи. О, тут пишет, вот, тут пишет. Итак, зачитаем. То есть я покажу. Так, где оно тут? Сейчас. Кошара дарит... Бляха. New giveaway, слава. 2 минуты назад Кошара подарил подписку Epic Love. Алекс Морфий. А, зафоловился, я понял. Фоловитесь, пацаны, фоловитесь. Сейчас увидим, кто зафоловился на канал, кто не зафоловлен. Аймедиат подарил 3-5 подписок. Подарил Узл Мафиадк 227, Блэк Энджел Членску, Басфа 86, Ассасин ТВ. Слушайте внимательно свои ники, чтобы не пропустить и участвовать. Вам нужно написать сердечко в чат. Если вы еще не поняли, что вы сабскрайб, вам нужно просто обновить страницу канала, и вы станете сабскрайбом. Просто обновить, если вам недоступны смайлы. Зенер Зула, Ян Романов дарит 3-5 подписок. Зенер Зула, ой, не, Джоли Роджер, Физер, Линкольн, 5-4-3-2-1, Сочный день, Долт Сей Долт. Паша ВВП дарит подписку Хиларону. Кошара дарит подписку Дарк Дырки 13-37. Не знаю, дырка чи дарк, как правильно, хз. Наверное... Дарк. Дырчик. Так, и тут Мех подарил 20 подписок. Зачитываю. Алеви Петер. Take me cups. Кстати, take me cups постоянный зритель. Спасибо, что ему подарил. Ну, так получилось. Это рандом. Астрайт. Стан 20-100.
Alien Guet, Guet, Go3D, чи що? Alien Go3D. Lupin Marcel, Kawaii Man, тоже постоянный зритель. Two Furious, о, Two Furious, ты что, на стриме? Two Furious, это Two Furious? Женек, це ти чи не? Бэтмен 3000, о, Бэтмен, ебать, на стриме был, гля. Бэтмен, ты сабскрибер. Нам Пум Пу России. Шо? Нам... Шо? Нам... Нам Ри... Нам Риом России шо-то. А, Патриот России, господи. Мурдер Вепон. Миафина. Зиг 604. Ниматулаев. Хайдеон Пул. Антиалс. Эвали... Эвали... Илёх. Ситх Л2К. Туфрутхер. Чуфрутхер. Фручер. Фручер. Анедри. И Вовоне. А, еще Кошара подарил Роксу. Джасти Гоу подписался на канал. Спасибо. Ян Романов подарил Анслипингу. О, Анслипинг заслужил. Красавчик. Кошара подарил ВК-04. Чиф подписался. Валерий Васин. А, не, Валерий Васин сабнулся. Тора Толк зафоловился. Ян Романов подарил Must Die. Супчику Паша подарил. Бабл 4. Бурыч подарил Паша. Гризли 4200. Хостику. Линейдж 2 NC Soft. Так он же сам может. Номаду подарил. Тайга Хелл. Остальных мы вроде видели. Так, не знаю. Тут надо обновлять, чё, не? Блин, в этом стримлапсе нифига не понимаю. Все, можно начинать. Ну шо, 84 сабскрайбера я вижу. Так, Найтбот, естественно, не участвует. О, Астма поставил галочку. Вам нужно проспамить в чат, ребята, вот этот вот сердечко. Вот это вот. Убеждаемся, что вы все есть с такой вот галочкой. У вас должна быть марка. Видите, я отключил марку. Это значит, он не участвует. Но я ее подключил обратно. У кого нету марки и вы сабскрайбер, пишите сразу, проверим. Листаю, 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 листаю. Вроде бы у всех есть. Stream Elements не участвует. Это программа по типу Найтбота. Так, ну шо? О, Epic Love! В смысле? А как это? Кошара дарит Epic Love? Так он же был сабскрайбером. Ты ему два раза подарил? Чи шо? А, или он отписался. Epic Love, ты будешь участвовать, чи не? Бегом, бегом, бегом. Epic Love, ты участвуешь, чи не? Меня нет. Вован, сейчас проверим. Вован, напиши. Напиши сердечко в чат. Сердечко поставь. Да, я тебя не вижу в чате почему-то. Я тебя почему-то не вижу в чате. Вован, поставь сердечко. Гексогеночка, сейчас проверим. Гексогеночка есть. Так, Вован поставил сердечко. Но его по-прежнему нету. Хм. А может у тебя какой-то ник другой чуть-чуть? Вован, странно. А чё ж ты, блин, чё ж тебя нету? Эвали лох. Сейчас, Эвали лох, сек. Эвали лох. Эвали лох есть. Эвали лох есть. А чё Вована нету, я не понял. О, 87, кто-то добавился. Так, Вован. Где Вован? Блин, а чё Вована нет в натуре? Вован, а ты чё? Чё тебя нету? Вован. А ну спамь много раз тогда это. Или обнови стрим, я хер знает. А чё тебя нет в натуре? Блин, где Вован? Вован, а ну напиши что-то в чат. Давай напиши быстрей. Ну я не знаю, чё тебя нет тут. Мод, сабскриберс. А ты подписан на канал? Вовоне. Вовоне. Блин, ну ты вот тут должен быть. Вовоне. А чё ж тебя нету? Ниматулаев. Сейчас проверим. Ниматулаева тоже нету. Давайте еще раз. ДРК тоже нету. Может, о, Бэтмен появился. А чё ж вас нету тогда? Хм.
Странно. А ну я сейчас обновлю сек, проверим. Ой. Бляха. Сейчас. А ну напишите, просто сабскрайберы, напишите дальше сердечки. Вот, keyword. Вручную скроллит? А как вручную-то скроллить? А, в натуре можно было вручную заскроллить. Вот я дебил, господи. Вот, Gex Unity. Без пробела, просто нажимаем Gex Unity и участвуем. Блин, а чё? О, во, появляетесь. Ой, эйфория, нормально. Ничего, значит, больше. Ого, меха 23. Мех у нас лидирует по подарочным подпискам, между прочим. Наверное. Я не помню. Короче, у меха 23, надо запомнить. Давайте, давайте, пишите, пишите. Вован, так. О, Вован появился, нормально, проблема решена. Пишем просто сердечко. Просто вот так нажали и отправили. Нажали и отправили, нажали и отправили. Сори, ребята, ну, сам понимаю, что долго уже, 26 минут, но сейчас мы начнем. 80. Так, эйфория, 80. Так, 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 кого тут еще, может, нету? Прямо подписка. Да я не байчу. 84. Так, проверяю Хиларис, ставлю галочку. 85, Микуя, Найтбот. Вам нужно обязательно подписаться на канал. Так, проверяем. Блять, вверху фильтр стоит, там можно искать. Понял, все. Так, гексогеночка есть. Пролистываю еще раз список. Смотрите, если вас нет, говорите. А если Натали выиграет, я не думаю, что она будет забирать подарок. Скорее переразыграем. Это так чисто. Итак, проверяю списочек. Смотрим внимательно на свои ники. Если вас нет в списке и вы сабскрайбер, пишите об этом сразу в чат. 86 сабскрайберов. Ну что? Все? Считаю до 10 и начинаем. 87, кто-то появился. Сейчас еще раз пройдусь по списочку. Найтбот отключен. Бляха. Так, ну вроде все, 88 даже. Но это нормально, так и должно быть, братан. Все, начинаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Первый код уходит. Хоба. Алеви Петер. Алеви Петер, ты получаешь код. Ты неудачник. Или удачник, не знаю. Ну, короче, ты выиграл код, красавчик. Сейчас я тебе напишу. А как тебе написать в личку? Алеви Петр. Алеви Петр зафоловлен с 9 августа 2017 года. Так, сейчас будем идти дальше. Алеви Петр, напиши что-то в чате. Ёпсель-мопсель. Алеви Петр. Где ты, господи? Алеви Петр. Все, вижу тебя. Я тебе пишу в личку. Приватное сообщение. Выиграл код. Сразу отвечай, будешь забирать код или нет? Выиграл код. Забирать будешь или переразыграть? Сразу мне в личку ответь. Переразыгрывать или код для игровой лавки в игре Lineage 2 Main или Lineage 2 Classic. Вот. Так, я тебе написал в личку. Чекай личку Твича. Натали, скидываю твой никнейм. Все победители, естественно, будут Цейво. Ну вы поняли. Про Цейво, кони. Все, ты мне ответишь, а мы потом решим. Итак, следующий. Алеви Петр, с него, естественно, галочка ж снимается. Ну, вы понимаете, да?
Так, вроде все есть. 89 сабскриберов участвует. Следующий код уходит. Будет 13 кодов, уже 12. Бам! Абусит Хир! Ты неудачник! Вернее, удачник. Ты выиграл код. Красиво! Ты выиграл код. Сейчас я тебе напишу в личку. Секундочку. Абус Хир. Так, Абус Хир, ты где? Не знаю, но оно так вот. Абус Хир, напиши что-то в чат. Так, СПС, блядь. Шо СПС? Так, все, дам тебе код, Олеви Петр. Ты не отказался, все, отлично. Я потом вам поскидываю. Ой, блядь, не то. Сука, не то скинул. То есть не то написал. Абус Хир. Так, Абус Хир, сейчас. Хоба. Все, Абус Хир, я тебе написал. Там уже решишь. Только реши сейчас, все. Я понял, один забирает. Второй узнаем скоро. Так, третий код. Ребят, не удалять тебя? В смысле, я тебя не удаляю. А, ты хочешь сумку? Ну, братан. Так получилось. Ну, я считаю, что те, кто сейчас выигрывают коды, с одной стороны, они удачники, потому что они выигрывают код. С другой стороны, ну, главные призы-то нужно быть неудачником, чтобы выиграть. Ну, вы поняли. Итак, третий код получает... Джонни Трапатони! Вот это нормально, все мои фолловеры. С 26 января 2017 года он есть фолловером нашего канала. Джонни Трапатони, один из постоянных зрителей. Кстати, Абус Хир тоже постоянный зритель. Что-то я не посмотрел, когда он там за цейвоканой был. Так, сейчас я тебе напишу. Так, Джонни Трапатони. Открываю приватные сообщения. Все, хорошо, кину код, Абус Хир, отлично. Джонни Трапатони, я тебе написал в личку, ответь мне. Только сразу, чтобы я знал, переразыгрывать или нет. Твой код. Если переразыгрывать, ты же все равно участвовать не будешь. Ты можешь забрать код, продать, может быть, кому-то. Там уже сам решишь, что с ним делать. Поэтому отказываться от такого я не хочу. Ой, не советую. Итак, четвертый код. Четвертый код выигрывает... Пабмастер! Пабмастер выигрывает четвертый код! Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой, я даже не знаю. Блин, он хотел... Он хотел это самое. Но у тебя есть шанс сейчас сабнуть какой-то новый аккаунт за $5. И участвовать еще со второго аккаунта. Да-да. Мерч. Ну, до мерча надо дойти. Это тяжелый тернистый путь. Да, кто... Да ёпты, я занятый. Ты шо? Да, если вы уже выиграли код и не можете участвовать, вы можете быстренько сейчас сделать новый аккаунт и сабнуться за $5. Изи, изи. Так, Пабмастер, я тебе сейчас напишу в личку. Секундочку. Так, Джонни Трапатони забирает код. Отлично. Пабмастер, я тебе пишу в личку. Пиздец, батер, сука. Ну, это дело ваше. Я, вы знаете, это рандом. О, босс, привет. Так, пап, я тебе написал. Сейчас тебя в списочек пишу сразу. Идем дальше. Сентября 30-го, кстати, он фолловер. В смысле, а зачем ты переподписывался? Ты же меня давно смотришь. Ой. Вы только себе вот этот following years тратите, если переподписываетесь. Итак, следующий. Следующий код. Это какой? Пятый, да? Пятый код выигрывает... Саша Грей Фанпаге! Саша Грей Фанпаге! С 27 сентября подписан. Саша Грей Фанпаге выигрывает код. Не знаю, удача это или нет. Саша Грей Фанпаге, напиши, пожалуйста, в чате. Кстати, 3 дня этот человек был достаточно активный. Астма? Почему астма не участвует? Астма, я тебе поставил галочку. Я не знаю, почему ты не участвовала.
Так, Джонни Трапатони. Все, у всех остальных есть. Ты перезаходила, что ли? Саша Грей фан-пейдж, у тебя есть 30 секунд, чтобы написать что-то в чат. Иначе мы переразыграем. 1, 2. О, нормально. Все. Я буду давать вам 30 секунд, чтобы написать что-либо в чат. Так, Саша Грей, ты где? Саша Грей фан-пайя. Все хорошо, пабмастер забирает код. Отлично. Ну, будешь с уникальным котиком торговать. Так, Саша Грей фанпаги. Я тебе написал, ответишь. Итак, 6-й код. Все, все, я понял. Я тебе в личку написал, ответишь. 6-й код. Кстати, когда я стримил с Москвы, выдавались эти коды, и батя решил показать код на стриме. И он такой берет, ну ладно, я не буду, мало ли что. И он берет и обратной стороной, там где коды написаны, показывает, дивіться, коды дают. И тупо минус один код. Естественно, на стриме сразу его активировали. Итак, 6-й код получает. Бам! Шатун Бабай! Шатун Бабай, ты получаешь 6-й код. Шестерочка твое число. По жизни. Шатун Бабай, у тебя есть 30 секунд, чтобы написать что-то в чат. С января 2018 года он фолловер канала. Неплохо. Ну, вы часто переподписываетесь, не знаю почему. 1, 2, 3, 4. АФКшить нельзя. 5, 6. Все, тут вижу, пишу. Так, Шатун Бабай. Забирать. Все, Саша Грей забирать. Хорошо, забираешь. Так, Шатун Бабай. Хоба. Хоба. Оп. Итак, 7-й номер по жизни получает. Пизда, я 6-й. 7-й номер по жизни получает. Бам! Многочлен, ты семерочка! Тарас Грей, ой, Андрей Шевченко! Андрей Шевченко, твой номер! 7-й номер! Рональдо! Андрей Шевченко! Еще один Рональдо! Криштиану Рональдо! По-моему, Рональдиньо! Не, Рональдиньо под 10-м был. Кто еще под 7-м играл там? Драгба! 7-й номер твой по жизни! Красиво, многочлен, красиво, ты получаешь код. Сейчас я тебе отпишу в личку, секундочку. Видишь, а ты не хотел сабскрайбиться, эх. Видишь? Так, Шатун Бабай заберет, отлично. Так, многочлен, я тебе тут написал. И ты этот, ответь. Под 8-м номером у нас... Блять, как лото какое-то играем, отвечаю. 8-й по жизни номер. Бекхэм? О, Бекхэм еще, да. Кстати, он красивый. Что написать надо? Надо быть сабскрайбером и сердечко кинуть в чате. Кто только зашел сабскрайбер, Юнити, единство орков в чат. Кто только зашел, единство орков. Да, парни, это неожиданно. Вот так вот. А я сабскрайбер чи не? А я. Я не помню, а я сабскрайбер чи не? Где ты, а я, блин? А, не, а я не сабскрайбер, понятно, у него нет галочки, нормально. Вот ты лошара. Так, Хиларон новый зашел, да, человечек? Хиларон. А Хиларон побеждал чи не? Блин, сейчас я проверю, секунду. Не, Хиларон вроде такого не было. Хиларон, не, он только что... Появился в списочке. Так, Хиларону я марку добавил, не ссы. Я тебе марку добавил, вот. Так, Джонни Трапатони участвовал. Многочлен только что выиграл. Пабмастер выиграл. Шатун Бабай, Саша Грей выиграли. Так, все. 93 сабскрайбера участвуют. У вас есть шанс подписаться, потому что осталось немного. Итак, 8-й по жизни. Ой, бля. Сейчас я пересчитаю.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Итак, восьмой по жизни номер у человека. Хоба! Нам... Патриот России! Ты восьмой по жизни, патриот России! С января 20... С 22 января 2016 года он фолловер нашего канала! Нифига себе! Для этого человечка сердечки в чат! Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Так, сейчас я тебе отпишу, патриот. Ты по жизни восьмой. Знак бесконечности. Твой знак по жизни, братишка. Он будет сопутствовать твоему пути всю жизнь. Блять, как будто передача этих идет. Как они называются, господи. Про этих, Ванг. Ну вы поняли, о чем я. Так, где этот многочлен? Так, многочлен забирает, отлично. Хоба. Сердечки для него. Не, не Якубович, а вот эти. Передача про... Про Ванг. Ну как они? Господи, вот эти дурочки. Так, патриот, я тебе отписал. Ну вот эти, что вангуют. Как их, господи, как эта передача называется? Напомните. Ну, вангуют ведьмы вот эти передачи. Так. Знак бесконечности будет сопутствовать тебя. Жить будешь долго. Да, битва экстрасенсов в натуре. Итак, девятый номер. Девятый номер. Бляха, не успеваю за чатом, ё-моё. Фу. Проверю списочек. Может, кто-то новый подошел только. Уважаемые сабскрайберы, которые только подошли, вам нужно поставить сердечко в чат для участия. Девятый номер по жизни получает Мальвина Моней. Надо быть обязательно подписчиком канала, иначе вы не получите ничего. Зафоловлена с 27 сентября 2018. Мальвина Моней. Что-то мне подсказывает, что это твинк. Хотя, ну, вы понимаете. Тут хер докажешь. Каждый из вас мог там насабать 10 человек по 5 долларов. Это ваше право. Девятый, да? Девятый номер твой по жизни, Мальвина. У тебя есть 30 секунд. Раз. Два. Три. Рерол делать? Хорошо. Базару ноль. Девятый номер по жизни получает. Кого-то совесть замучила. Спасибо. Спасибо за участие, Мальвина. Что я говорил? Девятый номер. Поехали. Доков. Сентябрь 2018. 11 сентября. Он фолловер канала. Ты получаешь номер 9, но еще не получаешь, потому что ты должен написать роли дальше или же цейво делать. Или же ты забираешь код. У тебя есть 30 секунд на ответ. Один, два, три, четыре, пять. О, хуяся, нормально, все, успел. Сейчас я тебе напишу в личку, секундочку, а там уже ответишь. Забираю? Забираешь цейво, все, базару ноль. Все, патриот России тоже забирает код. Вот видите, человек отказался, потому что, скорее всего, это его твинк. И он, может быть, уже выиграл. Видите, вот таких людей надо ценить, господа. Так, доков, я тебе вроде отправил, да, отправил. Все, напишешь там. А, ты забираешь, да, точно. Все, я запомнил. Да, если вы отказываете, вы сразу пишите. Итак, десятый номер. Рональдиньо. Да я занятый, жизненно, я занятый. У меня тут дела, что ты, блин, пишешь мне. Так, Абусхир, Алеви Петр был уже. Сейчас проверю, у всех или есть галочки. Многочлен.
Просто новым бывает галочка не попадает, но в основном попадает. Так, це его. 10-й номер. Осталось еще 4 приза. 10-й номер получает... Хоба! Граф! Граф 228-1488. 10-й номер твой. Ты Рональдиньо по жизни. С 30 августа 2017 года. И он уже написал чат. Сердечки единства для этого господина. Рональдиньо у нас на стриме. Сейчас тебе в личку отпишу. Секунду. Так, граф. Блин, а где ты? Граф, господи. Доков, я после стрима скину. Блин. Граф, что-то я тебя не могу найти. А, это, блин, старый чат, господи. А, все, вижу. Сейчас тебя словлю, блин. Так, во. Все, я тебе пишу в личку, ты мне ответишь позже, ну, пока я разыгрываю. Так, сейчас тебе внесу списочек. Хоба. 11-й номер. Кто у нас играл под 11-м номером? Вспоминаем. Под 11-м номером играл Леннон. Такой самый быстрый человек на планете. Леннон. Играл он в команде петухов. Не помню, как она называется. В английской лиге. Команда петухов. Не помню, как. Значок петухов у них. Ривалдо. Ребров. О, в натуре. Нормально. Так, вроде все есть. 11-й номер получает Шуня! Ты победил! Но не мерч. Видишь, везучим быть нехорошо, братан. Да, Тоттенхэм, точно, да. Шуня, ваш номер 11. Сейчас я вам отпишу в личку. Секундочку. А, Шуня, тебе же надо в чат написать. У тебя есть 30 секунд, считаем. Раз, два, три, четыре, пять, Все. ВК потом, я просто напишу в личку на Твиче. Ну, мне так будет проще, Шуня. Давай через Твич, я потом тебе скину. Ну, после стрима. Так, Шуня, а я вам, наверное, когда будем фильм смотреть, я вам, наверное, тогда все и скину в натуре. Мы же фильм будем смотреть. Бля, как мне завтра проснуться, господи. Так. Я для себя помечу. Хоба. Так, теперь номер 12. Кто у нас в школе был отличником? Тихое место будем сегодня смотреть. Кто в школе был отличником? Плюс в чат, сердечко в чат. Кто был отличником в школе? Проверяю списочек, сейчас. Шара. Так, поставил шара, ты только зашел, походу, да? Обменяю рюкзак на кот. Я же говорил, что кот выиграю. Итак, кто был отличником у нас в школе? Лейзи Петр! Лейзи Петр с 6 декабря 2017 года является фолловером канала. Вот это я понимаю красиво. Сердечки для данного господина в чате. И я начинаю отсчет, братишка. У тебя есть 30 секунд, чтобы написать что-либо в чате. Все, ты успел. Моментально. Сейчас я тебе напишу. Момент. Лейзи Петр. Я тебе написал, а ты реши за пару минут, надо тебе код или нет. Чтобы я знал, разыгрывать его дальше или же нет. Так. И 13-й номер. Ой, я тебя не внес, да? Сейчас, сек. Списочек забыл внести. Сейчас. И 13-й номер. 13-й номер. Что делает код? Ты получишь... трансформу в кота, который торгует. Это уникальная трансформа, их только 500 штук.
на Main и Classic. Итак, 13-й по жизни, неудачник или удачник, хрен знает. Много есть значений у этого числа. По жизни ты у нас кто? Шелби Томас! Томас Шелби, 13-й! Тоже частый гость нашего стрима, очень приятно. С 21 января 2017 года он фолловер канала. Шелби Томас, тебе нужно написать в течение 30 секунд. Его можно будет заюзать на новый сервер? Да, на новый сервер его можно заюзать. Короче, объясняю, что с этими кодами делать. Потом, если что, спросите. Есть новое приложение от 4Game. 4Gamer. Соответственно, до минуты, Шелби Томас, у тебя 30, 20 секунд у тебя, Шелби Томас, быстрее пиши. Ну там чуть больше, минута 20, окей, я буду дальше объяснять. Напиши что-либо в чат, если ты тут, Шелби Томас, иначе переразыграем. Короче, что вам нужно сделать? Скачивайте приложение 4Gamer, вот это новое, оно офигенное. Окна вообще охеренно с него запускать, я сам им пользуюсь сейчас. И там заходите в коды на своем аккаунте, и там же активируете. Зачислят трансформы чуть-чуть позже, не сейчас. После старта нового сервера их уже введут. Вот, то есть вы их сможете активировать не сегодня, а допустим через месяц, через 2 недели, к примеру. Ну, когда там новый сервак стартует, через пару дней. То есть вы можете через пару дней юзнуть. О, успел, в личку. Все, Шелби Томас, хорошо, а что ты так долго тупишь? Не, успел. Я говорил, пока буду рассказывать, то засчитается. Ну, Шелби Томас постоянно на стриме сидит. Я уверен, что это не твинк. Эту фигню я придумал специально, чтобы люди не успевали на твинкова льтабаться. Так, Шелби, где ты? Шелби Томас. Хоба, в личку. Все, сейчас. Код. Я тебе напишу. Все, все забирают коды. И мы переходим к самым интересным подаркам. Кулек. Так, Шелби Томас еще. Итак, 4-е место. Как? Все, я тебе написал в личку, не ссы. И вы в кодах в том приложении активируете. Итак, кулек. 4-е место. Кто же выиграет кулек, в котором находится стикеры, код и значок Антараса? Я надеюсь, что выиграет украинец, чтобы мне не было проблем с пересылкой. Ну или все равно как-то, я думаю, можно будет. Посмотри, в игре что-то чнули? Что? 17-й душегуб! Автыш точнул только что! Автыш точнул 17-й душегуб! Господа! Автыш только что точнул 17-й душегуб! Господи! Это сепар! 17-й сепаратор! Это лучший нож среди всей классики! На Гранкайне это самая заточенная ашная пуха на данный момент. У фуры 16-е кастеты. Боже, 17-й, господи. Как вы точнули, напишите в чат, пожалуйста, Рокс. Точка 1.3 с 14 или с 15? Вот это жестко. Напишите вкратце, как вы точили. Напишите. Подарили 40 сабов. А я ее до сих пор без саба. Жесть. Так, 4-е место. Райзагуб. Блин, это жесткий нож. С 14-центовской точкой? Круто. А до 14 тоже точили 1-3 или как? Дал автышу сепар с дров на свою голову. Он был 15-й? 15-й или 14-й? Ну, вроде 14-й пишет Рок. Все хуйня, давай разыграем сепар. Все хуйня, автыш, давай сепар разыграем в натуре, а шо? Блин, вот это, конечно, я в шоке.
Итак, четвертое место. Кулек с стикерами, кодом и значком Антараса получает... Сейчас надо проверить, секундочку, все ли у нас заюзаны. Так, у всех ли есть галочки? Лейзи Петр. Лук зашел только, вижу. Как в тот чат зайти? В личный? Ну, сообщение. В сообщение зайди. Многочлен выигрывал. Шатун Бабай же выигрывал, да? Да. О, Витковский зашел. Поставил галочку. Видите, как хорошо, что я проверил? Итак, кручу. Кулек достается... Флойд МакГрегор! Зафоловлен с 1 августа 2017 года! Красавчик! Больше года он фолловер нашего канала. Это четвертое место только. Еще будет 3 призовых. У вас есть еще время сабскрайбнуться. Очень мало времени, ребята, поспешите. Флойд, у тебя есть 30 секунд, чтобы написать что-либо в чат, и ты получишь кулек или ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 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 два, один, три, один, четыре. 1-5. Ролить? Ты не хочешь кулечек? Ты не хочешь кулечек? Серьезно? Еще раз напиши. Ты точно не хочешь кулечек? Да, но если вам, кстати, это не надо, я могу скипать. Вы, главное, пишите сразу. Напиши, Флойд, ты успел. Напиши, ролить чи не? Может быть, он имел в виду, типа, напиши мне в личку. Флойд, давай быстрее, давай, давай, напиши. Что, мы дальше переразыгрываем? Братец, роль. Все, я понял. Итак, ролим дальше. Кулечек получает. Спасибо, Флойд МакГрегор. Сердечки для данного господина. Ролим. Матровский. Матровский, сентябрь 29-2018. О, что-то мне кажется, это твинг. У тебя есть 30 секунд, и они уже начинаются. Раз, два, три, четыре, пять. И напиши сразу, ролить или нет. Шесть, семь, восемь. Похоже, да. Девять. Не, ну много кто сабался сегодня. А, ну фолловер, это понятно. И фолловились тоже же недавно. Девять. Десять мертвого. Одиннадцать. 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Таймер ускоряется. 23, 24, 25. Успел. Ролим или забираешь? Не, надо для таких быстрее. Окно залагало. Ну, конечно, блядь. Твинка, сука, сделал. Но это не запрещено правилами. Забираешь? Все, хорошо. Сейчас я тебя запишу. Секундочку. Успел залогиниться. Я тоже так думаю. Так, Матровский. Четвертое место, Матроски. Матроски. Хорошо, Шома сказал, если выиграет, то разыграть заново. Ему не надо. Ну, ладно. Четвертое место. Я тебе в личку написал, потом обсудим. Все, я его пометил. Третье место.
Итак, третье место. Уже нормальные призы. Сумочка, в которой игра, два стикера, кот и антарас. Третье место занимает... Бам! Мэтт Глум! Глум занимает третье место, ебать! Вот это я понимаю! Глум, говори, разыгрывать чи не? Ролить дальше или тебе доставить это домой? Блять, у него это есть, сука! Не, ну он может это подарить кому-то другому. Он может забрать выигрыш и подарить какому-то своему другу. Гемсайт. Да ну так получилось, я-то шо? Глум, пиши, что делать, роли им дальше или ты подаришь какому-то своему другу, ведь у тебя уже такое есть. Может, не все? Правда. Как участвовать? Нужно быть сабскрайбером. Привози домой? Хорошо. Все. Глуму домой, тупо. Поеду в Москву. Ах, будем с ним опять шпилевилиться. Как говорил Славик, шпилевили делать. Так, Мэтт Глум, сейчас я напишу, занял третье место. Блять, я доволен, что Глум выиграл. Правда, у него это есть, жаль. Так, второе место. Второе место. Второе место. Господа, второе место. Я напоминаю, что мы сегодня набрали там уже 260 сабскрайберов плюс, а сабпоинтов вообще около 300, потому что много людей за 25, за 10 долларов сабалось. Ну, немного, а пару человек. Но вы поняли. И мы будем смотреть «Тихое место» фильм. Итак, второе место. То же самое, что в третьем. Забирает этот кулечек. Иннокентий 22. Все, я начинаю считать. Это, блядь, твинк, нахуй. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Задержка 15 секунд. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Сука, успел. Ребят, это не запрещено правилами. Никому не мешает так же делать. Мы ролим дальше, или ты забираешь приз за второе место? Иннокентий, 22. Роль быстрее. Ну, это правило, господа. Он успел даже по таймеру. Каждый может так, каждый. Потому что человек, может, узнал обо мне там 3 дня назад, к примеру. Не знаю, с Ютуба пришел. Тут не докажешь, ну... Вы сами должны это понимать. Иннокентий, ты забираешь выигрыш или мы ролим дальше? Ебать, охуенно, охуенно, братан, забираю. Все, хорошо. Так, сейчас. И остался последний подарок. Последний. Самый главный. Автомобиль! Так, где ты, блядь, Иннокентий, нахуй? Бодя, обнови, шо? Выпадет первое место, доначу косарь. Последний, но самый охуенный, да. Пылесос. Блять, может с пылесосом отправить кому-то подарок? Так, Иннокентий, я тебя вбил, да? Вбил. Итак, первое место. Первое место. Самый главный приз. Все то же, что в третьих. Кот, футболочка, линеечка 10-сантиметровая, я уже показывал. Календарик и автомобиль Philips красного цвета. Пылесос, который я взрывал. Тот самый. Первое место забирает. Ту-т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 у. Ну вы поняли, ща. Бам! Red Polar Star.
Септембер 22-2018. Септембер, это 8 дней назад, да? Ну, это уже раньше. Итак, начинаем считать. Раз, два, три, четыре. Сука, батя в здании. Не, это быстро. Это в натуре фолловер, походу. Это быстро слишком. Ты забираешь или ролим дальше? Пиши в чат. Сосать. Ну, ребят, вы тоже могли так же сделать. Никому не запрещалось. Берешь? Нет, это Red Polar. А, берешь, да? Блять, беру. Все, сейчас я тебе напишу. Так, ники я записал. Хопа. Блять, так хотелось, чтобы выиграл там какой-то Янчик или еще кто-то. Обидно, блять, обидно. За вас, ребята, я бы для вас еще разыграл, не знаю, дом свой, там машину. Хуй знает. О! Шара, ты что-то опоздал! Чё? 15 месяцев подряд, Шара? Нифига себе! 15 месяцев, а 2 года это сколько? 24, да? Ну, еще чуть-чуть. Спасибо, Шара, за ресап. 15 месяцев. Сердечки для этого господина. Так, Red Polar Star, сейчас тебе напишу. Так. Red Polar Star. Вот, блядь, праймеры, сука. Сейчас будем смотреть тихое место. Так, Red Polar Star. Где ты, бляха? Напиши что-то в чат, ёпсель-мопсель. Не вижу тебя. А, все, нашел. Так. Ой, чуть не забанил. Ну что, ребята, розыгрыш окончен. Всем спасибо, все свободны. Как говорится, что-то из этого я покупал сам. Я отдал свои сумки, между прочим, 2 штуки, потому что мне их не выдавали. Я отдал все свои сумки, я отдал туда свой календарь. Я туда много чего отдал, линейку свою отдал. Вот, ой, вебка залагала, ёпсель-мопсель. Линейку свою 10-сантиметровую отдал. Я, кстати, ей уже мерил, между прочим, да. Вот кто там выиграл первое место? Вот ты... Цейво, сможешь померить тоже Red Polar Star, да, как я мерил. Приложишь так, только не мой, главное. Вот. Короче, о, 259 фолловеров, то есть сабскрайберов, нормально. Короче, всем спасибо огромное, кто участвовал. Мы начинаем смотреть фильм. Спасибо, ребят, это было чудесно, охуенно, атмосферно и круто. Спасибо. Ютубчик, заходите почаще на стримы Твича. Вот так вот. Фоловитесь на Твиче, становитесь сабскриберами. Разыграй 5 банов в день уважения, Амелинд. Вот. Короче, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И будьте здоровы. Пока.